Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainaop.ru. И сегодня мы продолжаем знакомство с маржинальными товарами в рамках новой позиции от бренда Kylie, которые продавали вот такие вот наборы помад Kylie Birthday Edition. Теперь у них появились и тени. А это означает для тех, кто уже снял сливки или тех, кто только начал заниматься этим товаром, он может расширить свой ассортимент за счет вот такой новой позиции косметики The Royal Peach Палитра. И поставляется все в такой ритейл упаковке. Всегда здесь очень качественная печать, глянец, все красиво, и акцент сделан на упаковку большой. Хоть этот набор стоит и дешево, и написано, что сделано в США, но что-то мне подсказывает то, что я нахожусь в Китае, и мне это доехало очень быстро. Не из США эта палитра летела. Сейчас я ее открою, посмотрим внутри, что она из себя представляет. Ух ты! Золотые надписи Kylie просто делают из своего бренда какие-то фанатических, наверное, покупателей, которые хотят все от Kylie. И здесь сзади тоже есть наклейка с названием каждого цвета, что какой цвет, какое название носит. Открываем. Вот она, палитра. Немножко грязь. Нет, нормально, это пленка. Пленку снимаем, и здесь, в принципе, у нас все красиво, и даже есть зеркало. Обратите внимание, наверное, не сфокусируется. Но есть и зеркало, и надпись Kylie тоже золотым. И в комплектации, в отличие от предыдущих наборов, здесь идет у нас вот такая вот кисточка. И цветов очень много, причем от таких ядрено-синих, заканчивая цветами кожи или красноватыми оттенками. То есть, как всегда, Kylie предлагает очень яркий и необычный набор цветов, именно поэтому он привлекает так много девушек в плане розничных покупателей. И помимо набора из 12 цветов, есть еще такой набор Kylie, тоже теней, здесь больше цветов. Вот такой вот набор тоже можно купить. Сейчас я открою, покажу вам, что какая здесь ритейл-упаковка внутри. Должен, кстати, огорчить, я уже открывал, здесь внутри случился какой-то коллапс в этом Kylie Dairy. И немножко потрескались у нас одни тени. Я слышал, что такое часто бывает, но мы работаем над упаковкой, чтобы такого не происходило. То есть, если вот такой вот набор Kylie, хо-хо, Kylie, выполнен в виде книжечки, дневничка такого, очень симпатично смотрится. Поэтому для тех, повторюсь, кто занимается косметикой или женскими товарами, рассмотрите вот эту косметику. Также помады Kylie Birthday Edition, Saint Valentine's Edition и так далее. Другие наборы помад от этого бренда, которые помогут заработать больше денег на товарах из Китая. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Заказывайте новые помады, ссылку на них вы найдете в описании ролика, если вы смотрите его на YouTube. Будет ссылка на наш сайт и группу ВКонтакте, где можно узнать про стоимость этих помад и заказать их из Китая. Благодарю вас за просмотр видео, подписка и удачи вам в бизнесе!